Мировая премьера седана Rolls-Royce Ghost в особом исполнении Black Badge состоялась в конце октября. Теперь же первые автомобили поступили в шоурумы дилеров Москвы и Санкт-Петербурга. Как говорят сами представители компании, новинка адресована в первую очередь прогрессивному поколению клиентов, иначе говоря, молодежи. Покупателей должен впечатлить как минимум самый темный оттенок черного, который существует в автомобильной индустрии. Его наносят по особой технологии. Сначала кузов покрывают белой основой, а уже потом накладывают 45 килограммов черной краски. Финальный штрих – два слоя лака и полировка. Что же до интерьера, то в салоне можно отыскать бирюзовую кожу, карбоновые вставки, символ бесконечности на передней панели. Тот, что является отличительной особенностью машин серии Black Badge. Black Badge Ghost – это темная альтер-эго Ghost. Его наделили более темным, уверенным характером. Это модель для тех, кому нравится управление и динамика бизнес-лимузина Ghost, но хотелось добавить дерзкой нотки. Темный характер Black Badge Ghost проявляется далеко не только в дизайне. Модель претерпела серьезные технические изменения. Если конкретнее, то британцы поработали с двигателем. Мощность 12-цилиндрового турбомотора выросла на 29 лошадиных сил, а крутящий момент – на 50 ньютон-метров. Седану в исполнении Black Badge требуется на разгон до первой сотни на 0,1 секунды меньше, чем обычному Ghost. Кроме того, инженеры перенастроили трансмиссию, установили новую выпускную систему, увеличили отклик тормозной системы и уменьшили ход педали. И все это, как считают в Rolls-Royce, наверняка понравится российским покупателям. В этом году мы видим существенный рост продаж. Безусловно, мы не гонимся за объемами, однако нам приятно видеть, что марка востребована. Рост продаж связан в первую очередь с запуском нового Ghost. Клиенты встретили его великолепно. Хотя спросом пользуется весь наш модельный ряд. И я уверен, что Black Badge Ghost еще больше подстегнет интерес к бренду. Пока рано подводить итоги года, однако 2021 обещает стать для нас очень успешным. Остается добавить, что стартовая цена Ghost Black Badge почти 36 миллионов рублей. Для сравнения, за обычную версию дилеры просят от 27 миллионов.